Да, это прослушка, чуваки. Сестры выпустили сольный альбом. Прям вообще очень быстро. То есть, ну, я не ожидал, что так быстро у них выйдет альбом. Они только подписались на лейбл, но я уже прочел, конечно, после историю, то, что, оказывается, Адиль приглашал их продюсера, ну, типа чувака, который занимался музыкой, вроде как. И прослушав демо этого альбома, он хотел его сначала к себе чисто пригласить и так далее поработать, а в итоге он подписал сестер на лейбл. И это очень крутая история. Просто круто повезло девчонкам. И то, что я говорил там, ну, похоже, и, возможно, там Скриптонит как-то приложил руку. Нет, оказывается, нет. Просто девчонки вдохновлялись музыкой Адили и вообще сами поклонницы его творчества. Отсюда у нас схожесть звучания. Вот, ладно, давайте быстренько заценим. 8 треков. Начало, интро, погнали. Угу. Ничего не понятно. Я уже чувствую то, что пластинка залетит мне, и я буду ее гонять на репите. Круто. Очень приятные у них голоса. Очень красивая музыка, такая приятная, лайтовая. Классный бит. Класс, классный трек. Классный трек. Так, нет дела, мы слушали, смотрели клип. Идем дальше, просто так. Кстати, тут нет совместки со Скриптонитом, и это очень круто. Круто то, что они не добавили ее в альбом. Так, они поклонятся, видимо. Что это, японская? Китайская? Крутой саунд, очень нравится. Прям вообще респект чуваку, кто писал музло. И голоса девчонок просто идеально ложатся. Такая более танцевальная тема. Прикольная, прикольная. Так, никаких слов. Странно. В ВКонтакте никаких стен. На Genius никаких слов. NR, что за косяк? Так, интересное начало, такое плавное, вялое. Мне кажется, сейчас, ну, прорвется музыка и будет что-то интересное прям. Интересно, как они относятся к творчеству Масла Черного Тмина? Ну давай. Сейчас что-то будет. Yeah. Очень крутой бит. Долгое начало, но того стоило. Ну, как я понял, в общем, это такой инди-поп дуэт. Как будто они вдохновлялись, и вообще им нравится такое инди-звучание. Клево. Cool. Very cool. Павел Петренко, короче, по-моему, у нас продюсер. Вот тут прям вообще напоминает Адиля.
Так, ну, музло, давай, развивайся. Ну, такой какой-то артхаус прям вообще не очень заходит. Звучит, конечно, интересно, но очень тяжело. Прикольно. Да, интересно. Интересно звучал, но очень тяжело. Тяжелый для восприятия трек. Оставь одну. Долгое, вязкое начало. Как депрессивно, депрессивно, депрессивно. Но красиво. Музыка, чтобы позагоняться, в общем, улететь в мир своих мыслей, задуматься о чем-нибудь. Так, самый долгий трек у нас тут, не бойся. И все на этом. В принципе, я ничего нового не скажу о девчонках. Так, нравится музыка, опять же. Такая тут прям больше электронщина. Нарастает, нарастает потихонечку. Блин, это хотел услышать те барабаны. Тоже какая-то странная по строению. Все? Блин, я думал, еще музыка будет какая-то под конец и так далее. В принципе, идеальное начало, ну то есть начало вообще, это какой-то скит непонятный был, но концовка, мне кажется, подходящая. Больше всего, наверное, понравился трек «Никаких слов», прям вообще топчик какой-то. Очень хороший альбом, дебютный, если считать то, что это вот именно на лейбле «Музыка 36». Круто, как мне кажется, они заявили о себе. Жаль, что они не будут так известны и популярны у нас в России, потому что особо такое не любится. Любят у нас всякое дерьмо, шлак и реальную попсу такую. Вот. Обычную коммерцию. Здесь же все-таки больше инди и... Ну, инди-поп такой, в общем. Какой-то артхаусная какая-то музычка. Очень приятная, красивая, мелодичная, меланхоличная, очень крутые голоса. Не, вообще супер, это супер дуэт девушек вот с продюсером Павлом Петренко. Он пишет классное музло, они пишут красивые слова, с своими красивыми голосами все это дело поют. Все очень круто, прям... Классно взаимодополняют друг друга. Вот. Ну, я, в принципе, знал то, что я это уже скажу, потому что я слушал до этого их пластинки и синглы, которые они выпускали, и, собственно, я там то же самое все это сказал. Просто, ну, вот эта работа, она кажется все-таки более такая профессиональная. Более профессиональной. Вот.
Не знаю, посмотрим, что будет дальше. Интересно вообще послушать их на фите с кем-нибудь. То есть кого-нибудь на фите с ними. Вот. Я, наверное, все сказал. Как вам альбом? Пишите в комментариях, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, если не подписаны. Спасибо всем за внимание. Всем пока. Check it out.